Тщательно, каждый подошел очень серьезно к вопросу. Ну, что касается барабанов, барабаны писались по несколько раз, то есть записывали, потом переписывали, потом это все выкидывали, ругались по этому поводу много. Ну, в конечном итоге получили то, что получили, и результат очень мне понравился. Интересно будет этот альбом играть вживую. Белок! Посмотрим.